Разумеется, в третьем раунде оборона Идриса развалилась. Он пропустил несколько сильных ударов. Я хотел уже выбросить полотенце. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. За 10 секунд до гонга Идрис упал. Восемь. Я думал, это конец. Вставай, вставай, давай. Нет, не надо больше. Продолжать можешь? Готов? Господи. Бокс. Бойцы в центре ринга. Выходи. Большинством голосов ничья. Идрис допустил ошибку новичка. Ему нельзя этим заниматься. Я поговорю с ним. Он не послушает. Ему нужно научиться владеть собой. Черт возьми, это было позорно. Я расстроен. Это тяжело. Идрису повезло, что четвертого раунда не было. Патрик его бы отметелил. У нас всего 9 недель до профессионального боя. Я всерьез беспокоюсь. Тренировки должны стать тяжелее, жестче. Шутки в сторону. Все серьезно.